We're going to have another lesson on just the gift of tongues. So I don't want to go into too much detail about that now. У нас ещё будет урок о языках, даре языков. But just let me say that Paul does make a distinction between the public use of tongues. Здесь я пока добавлю, что Бог Павел проводит разграничение между даром языком на публике. And the private use of tongues, where you're just praying in the spirit yourself. И использование дара языков в личной молитве для себя. Let's go on to the third gift in this area. We're talking about declarative gifts. Давайте перейдем к третьему дару, дару провозглашения. And the third one is interpretation of tongues. Третий вид дара – это интерпретация языков. And this means understanding and expressing the thought or the intent of the message in tongues. Это означает понимание, намерение или же мысли, проявленных в молитве языками. Let's read 1 Corinthians 14:5 again. Еще раз прочитаем 1 Коринфянам 14:5. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали, ибо пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками. Разве он при том будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? So Paul says, in the church, prophecy is better than tongues. И потому Павел говорит, в церкви пророчество лучше, чем языки. Unless there is an interpretation of the tongues. Если только будет изъяснение языков. And why is that? И почему это так? So that the church can be edified. Чтобы церковь смогла получить назидание. So, tongues and interpretation is roughly equivalent to prophecy. Можно сказать, языки плюс толкование являются эквивалентом пророчеству. Now, have you ever heard a message in tongues that was very long, and then somebody interprets, and it's very short. Слышали ли вы послание на языках очень длинное, а затем кто-то интерпретирует очень коротко? Okay. Or perhaps the tongue is very short, and the interpretation is very long. Либо же послание на языках очень короткое, а интерпретация очень длинная. And there's a difference between the word translation and the word interpretation. Есть разница между словом перевод и словом истолкование. Translation means an exact word for word change into the new language. Перевод это абсолютно точная передача почти каждого слова на другой язык. Whereas interpretation means giving the thought or the intent. Это передача мысли либо идеи на другом языке. So sometimes when I speak, I may speak just a short phrase. Иногда, когда я говорю, я могу сказать очень короткую фразу. But for it to make sense in Russian. Но для переводчика, чтобы это был составлял смысл на русском языке. Perhaps Татьяна has to speak longer. Возможно, Татьяне приходится говорить дольше или больше. So it's not always the same length in time. И поэтому не всегда уходит то же количество времени. And remember, interpretation is just conveying the thought or the intent. И помните, что истолкование это передача идеи, передача мысли, а не точный перевод. All right, let's go on to the third general area. Давайте перейдем к третьей группе даров. And these are dynamic gifts. Динамические дары. Or we might say power gifts. Либо дары силы. The first one is faith. Первый дар веры. Faith is a supernatural impartation of belief and confidence for a specific situation. Дар веры – это сверхъестественное вложение, верование, веры в определенное событие. It means it's a divine infusion of confidence. Это, другими словами, это божественное
передача уверенности. Perhaps you're facing a difficult situation or some problem. Возможно, вы сталкиваетесь с трудной ситуацией или какой-то проблемой. And you just have this great confidence that everything's going to be okay. И у вас есть эта огромная уверенность в том, что все будет хорошо. I tend to be a person who's not worried about many things. Я такой человек, который не сильно много переживает. I just kind of go along and I'm relaxed and peaceful. Я просто иду дальше, такой расслабленный, в покое, в мире. But now my wife Penny is very different. А моя жена Пенни очень другая. God often brings very different people together. Очень часто Бог очень разных людей сводит вместе. And they complement each other. They fit together well. И они дополняют друг друга. Очень хорошо подходят друг другу. So Penny worries about all the little details. Поэтому Пенни переживает по поводу всех небольших подробностей. I told you about the situation with our luggage. Я рассказала вам о ситуации с нашим багажом. And we were concerned that they were too big and too heavy. Мы переживали, что они окажутся слишком большими, эти чемоданы, слишком тяжелыми. And Penny was so concerned about thinking about, oh, what will happen if this does. She was thinking about all the details and what might happen. И Пенни переживала о всех деталях, всех подробностях, что, как будет. But in this situation, God gave me great confidence. Но в этой ситуации Бог дал мне огромную уверенность. That everything was going to be okay. Что все будет в порядке. And we did pray. И мы помолились. And asked God to get our luggage through safely. И попросили, чтобы Бог наш багаж провел. Without any problems or without having to pay a big fine. Пронес багаж без каких-то проблем и больших штрафов. And everything worked out very well, just very peacefully. Получилось очень хорошо. And that was an example of God giving me faith. И это был пример того, как Бог дал мне веру. In that situation with our luggage. В отношении нашего багажа. So, you may be facing a very difficult situation. Поэтому вы можете сталкиваться с очень трудной ситуацией. And supernaturally, God gives you peace in that situation. И сверхъестественно Бог дает вам мир в этой ситуации. Let's think back in the Old Testament. Вспомним Ветхий Завет. Daniel had this faith when he was put in the den with lions. У Даниила была такая вера, когда его бросили ко львам. And the three young men who were put in the furnace. Также те три молодых парня, которых бросили в печь. Shadrach, Meshach, and Abednego. Сидрах, Месах и Авдинага. They had this confidence. У них была такая уверенность. Now, naturally, you wouldn't have any great confidence. По естественному, с природной точки зрения, никакой бы уверенности у вас не было бы. Because the men that took them up to the furnace. Потому что те люди, которые их подводили к печке, inside, чтобы их внутрь затолкнуть, они сами умерли из-за огромного жара. But these three young men told Nebuchadnezzar, "Our God will deliver us." Но эти три парня сказали Навуходоносору, наш Бог избавит нас. But if he doesn't, we still are not going to bow to you. Но даже если не избавит, все равно мы не поклонимся тебе. And that was the gift of faith. И это был дар веры. Great confidence in a difficult situation. Большая уверенность в трудной ситуации. That God will deliver us. Что Бог избавит нас. The second gift in this area. Второй дар в этой подгруппе. Are gifts of healings. Это дар исцеления. Notice that it has an S, it's plural. Дары исцеления. Заметьте, это множественное число. And this means supernatural endowments of divine health. Что означает дары исцелений, множественное число, означает сверхъестественное дарование божественного здоровья или здоровья от Бога. God wants us to walk in health. Бог хочет, чтобы мы жили здоровыми. God doesn't want us to be sick. Бог не хочет, чтобы мы были больными.
He's created our body in a wonderful way. Он замечательно создал наше тело. So that our bodies can heal it themselves. Что тело может самоисцеляться. Psalm 103 says. В 102-м псалме говорится. Bless the Lord, O my soul. Благослови Господа, душа моя. And one phrase says, who heals all your diseases. Господа, который исцеляет все твои немощи. God wants to heal us. He wants us to walk in health. Бог хочет исцелить нас и чтобы мы были здоровыми. The same verse says he forgives all our iniquities. В том же стихе говорится, он прощает нам все наши беззакония. And he heals all our diseases. И исцеляет все наши болезни. Do you remember one time a man came to Jesus? Помните, один человек пришел к Иисусу. And he needed two things. Ему нужно было две вещи. He needed his sins to be forgiven. Первое это прощение грехов. And he needed to be healed. И также ему нужно было исцеление. And Jesus first told him, "Your sins are forgiven. Сначала go your way." Иисус сказал ему, твои грехи прощаются, будь свободен. And the Pharisees started talking among themselves. И фарисеи между собой зашептались. Who is this man that says he can forgive sins? Кто такой, что он думает, что грехи прощает? But so that Jesus could demonstrate his power. Но все же Иисус смог проявить свою силу. He also healed the man. И также он исцелил человека. So God wants us to walk in divine health. И Бог хочет, чтобы у нас было это божественное здоровье. As forgive our sins. Так же, как и прощение грехов. Which is easier for you to believe? Во что вам легче поверить? То, что Бог простит ваши грехи? Или в то, что Бог исцелит вас, когда вы больны? Вы верите и в то, и в другое? Okay. Good. The third area and the number nine. Третий вид дара в этой группе или девятый по счету. Working of miracles. Это чудотворение, дары, чудотворение. And this is divine intervention that alters our natural circumstances. Это божественное вторжение, что изменяет наши естественные обстоятельства. I believe God works in our lives all the time. Я верю, что Бог постоянно действует в нашей жизни. And does miracles that perhaps we're not even aware of. И делает чудеса, которых мы даже и не знаем. Maybe we just think it's a coincidence. Возможно, мы думаем это совпадение обстоятельств. Либо думаем, Бог благословил нас. But it's God's desire to do miracles among us. Но это Божье желание творить чудеса среди нас. Let me give you an example. Хочу привести пример. We know an elderly lady in Shady Grove Church. Знаем мы одну пожилую женщину в церкви Shady Grove. And just a few months ago we talked to her. И буквально пару месяцев назад мы говорили с ней. Her name is Lori Fitzsimmons. Её зовут Лори Фитцсимонс. If you want to go over there and check on my story, you can verify it. Вы можете даже потом у неё спросить. And she told me that she was watching television one evening. Она говорит, в один вечер сидит, смотрит телевизор. She was watching an evangelist named Benny Hinn. Бенни Хинн она слушала там по телевизору. And I don't know if you've ever heard of him here. Слышали ли вы о нем здесь? But God uses him in healing many times. Но часто Бог использует его в исцелении. And on the television he said, God is healing teeth. И по телевизору Бог говорит, Бенни Хинн говорит, что Бог исцеляет зубы. And he's filling cavities. И что все дырки от кариеса заполняет. Well, this lady had very bad teeth. И у этой женщины были плохие зубы. And when she would run her tongue along the edge of her teeth, it was very sharp and rough. И когда она языком пробежалась, допустим, пробежится по всем зубам своим внутри, то могла почувствовать, что все они были шероховатые от кариеса. As Benny Hinn was praying for people, и когда Бенни Хинн молился о людях,
She was feeling her teeth with her tongue. Она чувствовала зубы языком. And all of a sudden, everything was smooth, not rough. И потом вдруг внезапно зубы стали такими гладкими, а не шероховатыми. She went and looked in a mirror at her teeth. Посмотрела в зеркало на свои зубы. And the teeth that were giving her problems. И те зубы, которые проблемы для нее только представляли. Had turned to gold. Стали золотыми. And she showed us her teeth. Она показала нам свои зубы. And they were solid gold. И они были абсолютно золото. I'm not kidding. Я не шучу. It was amazing. Это было удивительно. What about the roots of the her teeth? Were they also gold, or was the whole tooth seemed to be gold? И весь зуб такое ощущение, что он стал золотым. And I don't understand this. Я не понимаю этого. But there was one tooth that was still rough that had not been touched. Но только один зуб остался таким же шероховатым. Maybe God wanted to remind her of the one tooth, so she'd remember the miracle he did. Оставил напоминание для нее о том, что было раньше, и о том чуде, что сделал потом он. And I have heard of other people where God did the same thing. Я слышала о других людей, когда Бог сделал то же самое. Where they needed a filling. Когда им нужно было пломбы поставить. And supernaturally, God made that filling gold. И сверхъестественно Бог из золота сделал пломбы. We have another good friend from the country of Canada. Еще один друг из Канады у нас есть. Her name is Patty Kaya. Пэтти Кея зовут. And the same thing happened to her. Тоже произошло с ней. And several of her teeth are gold. И пару у нее зубов золотые. We have no way of explaining how this happened. Мы не знаем, как это произошло. Only that God did a miracle. Только если Бог не сделал чудо. So, God cares for us. Потому Бог заботится о нас. God wants us to walk in health. Бог хочет, чтобы было здоровье у нас. And it's His desire that we be healed. И это Его желание, чтобы мы были исцелены. Do you remember Jesus said, "It's better for you that I go away, so that the Holy Spirit can come." И как вы помните, Иисус сказал, лучше, чтобы я ушел, чтобы Дух Святой пришел. It's to your advantage. It's better for you. Для вашей пользы, преимуществ ваших. And he said, "When you believe in me, and when you're filled with the Holy Spirit." И говорит, когда вы верите в меня, когда вы наполнены духом. You'll do the same miracles that I do. То те же самые чудеса сделаете, что я. And you'll do even greater miracles through the power of the Holy Spirit. И даже больше чудес, чем я делал, через силу Духа Святого. So it is better for us that Jesus went away. Поэтому лучше, что Иисус ушел. And the Holy Spirit came. И Дух Святой пришел. Because now we have the gifts of the Spirit. Потому что сейчас у нас есть дары Духа. And we have today the same power that Jesus had. И сейчас у нас есть та же сила, что была и у Иисуса. We have the power of God flowing through us. У нас есть сила Божья через нас протекающая. As we use the gifts of the Holy Spirit. Когда мы используем дары Духа. Okay. I'd like to have a little time of discussion. Теперь время дискуссии у нас. And I want to go through each one of these gifts. Я хотел бы через рассмотреть каждый из этих даров. And see what your experiences are with them. И спросить, каков ваш опыт в отношении этих даров. We have one question already. Okay, yes. А вы не сказали, вот тоже есть, ну, такое, ну, как, ну, дар, ну, это как бы, ну, как бы, может, какое-то частичное это пророчество. Ну, короче, про сны я хочу спросить, значит, что он там может сказать насчет снов. Ну, дар снов, когда Бог дает вещи в сны, там показывает что-то в снах. What about dreams? What category do they fall under?
prophetic dreams. I think God speaks to us many times in dreams. Думаю, что Бог говорит с нами много раз через сны. This was very common in the Bible. Это было очень часто в Библии. We could list many times God spoke to someone in a dream. Мы можем много раз таких перечислить, когда Бог обращался к кому-то в снах. Many of the prophets in the Bible saw visions. Многие пророки в Библии, у них были видения. Or saw like a picture. Либо картинки такие. And for this reason they were called seers. По этой причине их называли ясновидящими. Does your Bible use this word seer? I'm not sure. Те, кто видит. Like in the Old Testament, sometimes instead of calling someone a prophet, like for example Nathan in David's time, they would say he's a seer. In English Bible, not in Russian. And it means they see something. Как пророк Нафан, он видел что-то. Он часто называли их видящими. I would put this in the category of prophecy. Я бы отнес это к категории пророчества. Where God speaks something to you. Когда Бог что-то говорит к вам. And uses a dream or a vision. Использует сон или видение. Okay. Did that answer your question? Да, ответил. Ответ. Okay. У меня еще такой вопрос. Брат говорил насчет вот различия духов, что его нельзя называть различие духов даром. Что типа, вот я не понял, почему нельзя? А? Это да. Да. Скажите, пожалуйста, почему, как вы думаете, очень редко встречается истолкование языков? Вообще, мало практикуется. How do you think, why there is not enough or just a little of interpretation of tongues? I'm sorry, what? Why we do not see the gift of interpretation of tongues very often? I don't really know what your practices are here in the churches in Ukraine. Я не знаю, каковы ваши тут практика религиозная в церквях Украины. But in our churches in America, в наших церквях в Америке, many times you don't see interpretation very often. Очень часто не видно дара истолкования. And personally, I think it is better to just speak a prophetic word. Я думаю, что чаще лучше сказать пророческое слово. Than for someone to speak in tongues and there to be interpretation. Чем кому-то говорить языками, а потом чтобы шло истолкование. It's easier. Это легче. Perhaps someone who doesn't have quite as much faith may speak out in tongues. Возможно, тот, у кого недостаточно веры, может говорить языками. And trust that God will use someone else to interpret. И довериться кому-то, что кто-то истолкует. But why it's not enough the gift of interpretation? Why we don't see the gift of interpretation very often? I don't know. Do you have messages in tongues here? Я не знаю, почему не часто мы встречаем дар истолкования, а часто. И у меня вопрос, часто ли у вас есть послания на языках от Бога? I've heard it in a Pentecostal church when she was praying in tongues and then she was interpreting, then again praying, then again interpreting. Like sentence in tongues and then sentence as interpretation. Like a prophecy. Yeah. Paul says if there's no one to interpret, then you need to interpret yourself. Павел говорит, если нет никого, кто интерпретирует, то сам интерпретируй. So, usually when there's a message in tongues, usually someone else will interpret. Обычно, если есть послание на языках, то кто-то будет интерпретировать. But if no one else does, then whoever gave the tongue needs to
needs to interpret. Но если нет истолкователя, то должен тогда истолковать тот, кто дает это послание. But in I've been around the gifts of the Spirit for 40 years or so now, I guess. Думаю, где-то 40 лет я уже сталкиваюсь с дарами Духа Святого. And in my experience, I'm like Paul. I would prefer just to see someone speak a word from God, a prophetic word. И я, как Павел, я предпочитаю, чтобы кто-то говорил пророческое слово от Бога. Because if you have a tongue and then an interpretation. Потому что если идет послание на языках, а потом интерпретация. The effect is the same as if there's just a prophetic word. Эффект будет таким же, как если идет просто пророческое слово. Both the purpose of both is to encourage and to edify the church. Цель того и другого дара ободрить и назидать церковь. So I'm not concerned if there's not very often a tongue and an interpretation. Поэтому я не слишком переживаю о том, если есть язык и потом нет толкования. But if there is a tongue, there does need to be an interpretation. Again, I'm not concerned. If someone does speak in tongues out loud, then there needs to be an interpretation. А, наоборот, если кто-то говорит языками, то должно быть истолкование. Do you have many prophetic words in your churches here? Есть ли много пророческих слов в ваших церквях здесь? Я думаю, что нет. Like every someone service says yes, or? Someone says no. Maybe it's different in different churches. Может быть, это по-разному в разных церквях. Ну, я думаю, почему именно вот ну, если брать конкретно нашу общину, почему нет у нас пророческого слова? I think why we don't have prophetic words too often. Ну, я думаю, это потому, что ну, там в Библии сказано, что не бывает пророк почитаем в своем отечестве. I think that the reason is that prophet is not respected in his country. И когда мы узнаем человека, то мы как бы, ну... Among his brothers. And when we get to know this person... Уже как бы не такое отношение, что Бог через него как бы что может сделать. We do not rely on him, and we do not think that God can speak through him. А когда приезжаю из других церквей, так мы, ну, так думаем, типа, вот такие духовные, и все сразу ломятся. And oftentimes when strangers are coming, foreigners are coming, and everyone, like a crowd of people, coming to them in order to hear their prophecies, but not local prophecies. Ну, чтобы они, ну, чтобы за них молились, как бы, и в этом плане, как бы, люди, когда человек незнакомый, у них, как бы, больше веры. И, может, из этого Бог вот ту веру использует, ну, вот для этих and дорог. And, you know, like, they do not know these new coming prophets, and they respect them, so they have faith, and so God replies to this faith. But it's not this way with local prophets or local prophetic voices. Yeah, Jesus said a prophet is honored everywhere except in his own hometown. Как пророк везде почитает пророка, кроме своего дома. And that's true. И это правда. Anyone who travels like to other countries, всякий, кто ездит в разные страны, is honored and respected in those other countries. Почитаем, уважаем в других странах. More than in his home church. Больше, чем в своей церкви. So what's the expression we have? Familiarity breeds contempt. У нас есть такое высказывание: фамильярность питает презрение, либо же слишком такие приятельские отношения питают презрение. So, but I do think it is important that we accept prophetic words. Но я думаю, что очень важно, чтобы мы принимали пророческое слово. I'd like to talk about prophecy more later on, perhaps tomorrow. И я думаю, что мы бы хотели поговорить о пророчестве больше, наверное, завтра.
And I don't want to go into too much detail now. И сейчас не буду углубляться слишком в подробности. But there are different levels of the prophetic. Но есть разные уровни пророчества. There is a spirit of prophecy. Есть дух пророчества. Where when the Holy Spirit moves in a congregation. Когда Дух Святой движется в общине. Almost anyone could open their mouth and prophesy. Что почти каждый может как бы открыть свой рот и пророчествовать. Because the Holy Spirit is moving strongly on everyone. Потому что Дух Святой в каждом очень сильно действует. And then there is the office of a prophet. А также есть эта должность пророка. And I believe most likely there will be one prophet, at least one prophet in every congregation, every church, one person who has the office of a prophet. Я думаю, что по крайней мере один человек есть в каждой общине, который является этим пророком, как должность пророка. They talk about apostle, prophet, в Ефесянах говорится об апостолах, пророках, пасторах, учителях, евангелистах. And these are people within a local church. Те люди, которые в местной церкви. So I think there will be one, two, three people in a local church that God might use in the area of prophecy. Я думаю, что один, два, три человека Бог может использовать в сфере пророчества поместно. And we would call that the office of a prophet. Что мы назовем должность пророка. And then there are prophets to the whole country or the whole world. Также есть пророки для страны целой или для всего мира. And many of the Old Testament prophets would fit in this category. Многие ветхозаветные пророки подпадали под эту категорию. For example, Elijah or Elisha. Илия, Елисей. Or Jeremiah. Иеремия. These were prophets to the whole nation. Эти пророки для всего народа. Not just prophets in a local church. Они просто пророки поместно. Yeah. So we'll talk about that more later. И об этом больше поговорим попозже. Other questions? Do you have other questions? Другие вопросы? Скажите, пожалуйста, некоторые называют иные языки ангельскими, но это слово употреблено только один раз в Библии. And some people call speaking in tongues as angelic. Tongues as angelic language, and but it says that this is angelic language only once in the Bible. И некоторые баптисты говорят, что там на самом деле написано, что если бы я говорил даже ангельскими языками, то есть как бы гипербола такая. So they're saying that if I speak in angelic language, гипербола в плане. Ну как это слово? Как бы преувеличение. So it was not a literal meaning, but it was figuratively speaking. Yeah, Paul, if like, 13, or like I'm, like me speaking. Right. In 1 Corinthians 13, Paul said he was emphasizing love. И в Коринфянам 13 главе Павел акцентировал на любви. And he said, you may have all of these gifts and be really powerful in the gifts of the Spirit. Он говорит, у вас могут быть все эти дары, и вы можете быть очень сильными во всех дарах. But if you don't exercise love, you're nothing. Но если не применяете любовь, то вы ничто. And he said, though I speak with the tongues of men and of angels. Я говорит, он на английском звучит. Хотя я говорю на человеческих языках и ангельских, но нет любви у меня. I'm nothing. Я ничто. So. It's in English. It says though. В английском говорится, хотя я говорю. Yeah. So maybe it is the language of angels. I don't know. Может быть, это есть язык ангелов. Я не знаю. We don't have any way of telling or of knowing. Мы не знаем, не можем ни сказать, ни подтвердить, ни узнать. Okay. Yes. У меня такой вопрос. Расскажите как более подробно вот о первом стихе. Ревнуйте о дарах духовных, то есть о ревности. Как правильно это? And как правильно
иметь эту ревность. First Corinthians 14:1. Be zealous about spiritual gift. What does it mean? How to be zealous? И второй вопрос, ну потом. It means it's good if you desire, if you хорошо, если earnestly want. Желаете, очень сильно желаете, так горячо желаете духовные дары. Да. Можно ли просить тот дар, который тебе нравится, или ждать тот дар, который тебе Бог даст? Should we ask about the gift which I like, or should I wait for the gift from God, what He gives? Well, I think it's okay to ask God for a certain gift. Думаю, что все в порядке, нормально, если просить Бога об определенном даре. In chapter 14, verse 1. Как 14 глава, 1 стих. Desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. Достигайте даров духовных, но особенно чтобы пророчествовать. And that would indicate that it's okay to ask God for specific gifts. И все в порядке, если просить Бога об определенных дарах. So, sure, if there's one gift that you'd really like to flow in, ask God for it. Конечно, если есть какой-то дар, который тебе очень нравится или хотелось бы иметь, то просить Бога об этом. Ask the Holy Spirit to use you. Просить Духа Святого использовать вас в этом даре. Okay, other questions? Другие вопросы? All right, I would like to know what gifts you feel like you flow in easily. Я бы хотел, чтобы вы теперь поделились тем, как вы чувствуете, думаете, в каких дарах, в каком даре вы легко течете или функционируете. So let's pass the mic around and get some. Так что кто первый хочет поделиться? Over here. Go ahead. Вот когда я молюсь, when I'm praying, ну, на языках, in tongues. И я знаю, о чём я молюсь. And I know what I'm praying about. Когда я пою на языках, when I sing in tongues, тоже знаю, о чём пою. I also know what I'm singing about. Я иногда могу, ну, на своём языке петь. Sometimes I can pray and sing in my natural tongue or in God's tongue. И потом, когда молишься за людей, and sometimes when you pray, Бог дает знание, pray about other people, God gives understanding, knowledge, what to pray about. Ну, я думаю, что это у меня дар от Бога. Не думаю, я уверена. I think and I'm sure that is a gift from God. Okay. И когда молишься за исцеление, Бог тоже исцеляет. And when I'm praying about healing, then God heals people. Спасибо. Okay, someone else? Это я Бог сказал. Аллилуйя. Да. Ну, я так, как понимаю, у меня есть слово знание. I have a word of knowledge. Да, развлечение других духов. Discernment of spirits. И как бы вот как Света сказала тоже, когда вот идет такое внутри, что за человека помолиться за исцеление. Один раз у меня был такой случай, я ехала в автобусе. И сидела на заднем сиденье, а спереди одной женщине было очень плохо, она в довольно таком преклонном возрасте. И я чувствую, что сейчас этой женщине станет плохо. И ей правда становится плохо.
я молюсь за нее. И конкретно чувствовала, что дух смерти был. Я стала молиться, и смотрю, она была прям белая, как смерть, потом стала розовенькая, розовенькая, и нормально отошла. В нормальном состоянии. А однажды тоже такой же случай был. Буквально через некоторое время... Я стояла на остановке, и подъехал автобус. И я чувствовала, что в этом автобусе сейчас одна женщина как бы умирать уже будет. Так я чувствовала. Я зашла, автобус остановился, я зашла туда, и смотрю, кондукторша бегает возле этой женщины и как бы хочет ей помочь. Some woman was running around that woman. Молиться, she didn't feel herself well. Не стала молиться. Я уже чувствовала, что эта женщина уже все умерла. And in that situation, I didn't pray, but I understood that she would die, and she died. Я прям почувствовала, когда автобус подъезжал, я почувствовала, что сейчас человек будет, ну, умрет, вот так. And и он открылся, и так оно и получилось. That some person is going to die. У меня есть, я не знаю, как это назвать, это очень давно было, как бы уже произошло. Я могу знать, это какое-то слово знание, когда человек умрет. And это also происходит I don't know when it all began, года but за два, за три, допустим, I я вижу, can know when some что certain person угасает. Will die, and I can know it in advance, like и two years раньше... prior, it's her, his death, or three years prior. Я раньше, у меня не было такой веры в Бога, и я не знала, что с этим делать. Before I didn't have that faith in God, and I didn't know what to do with this knowledge. И меня это очень пугало. And that scared me a lot. Okay. Ну ладно, я буду... Ладно. Два случая, даже три. В моей жизни я молилась за сестер, которые не могли иметь детей. И когда я молилась, они забеременели, и когда об этом со церковь узнала. I was praying about women who couldn't have children, and when I prayed for them, then they had children afterwards. Я даже не удивилась, and I wasn't что even они surprised уже ждут детей. That they were waiting для меня это for было children, так естественно. That it was so natural for me. И в воскресенье я тоже молилась за сестру, которая and ну, не может выйти замуж, не может родить детей. And I was praying for one woman on Sunday, and she couldn't get married and couldn't get have children. В этот момент просто вот как будто я не слышала всю церковь. Я только слышала вот дух Бога и ее и себя. And in that moment I like could hear God's spirit, could hear her and myself. Сконцентрированность. Я молилась за подругу, чтобы она вышла замуж, забеременела. And I was praying for her marriage and for her future children. Я в это верю, что с ней такое произойдет. Тут, and наверное, это дар. I believe that it will is gonna happen to her, как and I дар? Think that that вопрос is a gift. Такой. Это дар, да, от Бога такой. That is a gift from God. Видение ли? Understand да, and seeing. Yes. Это вопрос? Это вопрос, да. Это дар от Бога такой. She's asking you, is it a gift? I think so. I should talk separately with you to understand completely. Возможно, мне потом еще наедине поговорю, чтобы полностью понять это. Okay. All right, we are out of town, out of time. Let me just summarize. И я хочу подвести итог. Remember that the gifts of the Holy Spirit are grace gifts. Помните, что дары Духа — это дары благодати, that we don't deserve, которые мы не заслуживаем. And we don't have to work hard to get them. И мы не должны потеть, чтобы получить их. It's something that God graciously gives us. Это то, что Бог дает нам по своей благодати. And they don't belong to us. И они не принадлежат нам.
They belong to the Holy Spirit. Они принадлежат Духу Святому. And He gives this them to us for a particular situation. И Он дает их нам для определенных ситуаций. And what is the purpose? What are they used for? И какова цель, для чего они используются? To edify and to encourage. Чтобы наставить и ободрить. To bring blessing to other people. И дать благословение другим людям. They're not used for our own selves. Не, они используются для нас самих. To make us feel special or important. И то, чтобы себя ощущать особенным и важным. They're used to bless and encourage other people. Но используются для благословения и ободрения других. Okay. Very good. We'll take a break now. Перерыв.